only you when it matters. Don't you care about me at all? Is this love in the gutter? Or will we pick ourselves up tonight? And I thought that we could fly so high. Всем привет, добрый день, доброе утро. Мы приехали на остров Полей, где мы гуляли в том году.
пожарить шашлычок. Я, Снежанка и Добромир. Он не лазит, цветы ищет. Я купил Снежанке велосипед, поэтому можем двигаться втроем. Про наши велики я расскажу вам как-нибудь в следующий раз. Но я просто сейчас вам его покажу. Вот он, это Lorec Glory 7. Это ее. И мой Хэм Matrix 29. Там, Найнер, короче. 21 рама, 29 колеса. Может кто-то скажет, что это Ашан байки, но я вот так не считаю. Ребят, это Германия, это Франция. Причем именно чистокровные, хоть и дешевые велосипеды, но нам пока на первое время хватит, там дальше посмотрим. Сейчас пойдем насобираем в лесу дровишек, разведем костерчик и будем жарить мясо. Так, ребята, а пока мы не пошли собирать дрова, мы сейчас замаринуем свининку, оставим ее стоять, а сами пойдем искать дровишки. У меня приправка с собой, это с Варданой мы ездили когда отдыхать, видео с влоги у меня есть на канале, это специально для мяса. Очень классный сбор. Вот такой. Чуть-чуть порезай сначала, папа. Мы сейчас порежем мясо, а потом будем мариновать. Так. Смотри, чтобы наш шампурак не очень большими, да, кусочками. Да. Чтобы насаживать было удобно. Примерно вот такими, да? Да, да. И пополам можно. Нет. Ну не знаю, в принципе быстрее пожарится, давай. Слишком маленькие тоже, знаешь, они зажарятся. И не будут сочные. У меня будут. Вот так. Так, порезали мы мясцо. Туда же лучок. Лучок мы сейчас будем прям подавим хорошо, чтобы он сварится. Дал сок. Нам туда мяско. Вообще я не понимаю людей, которые маринуют мясо сутками, сутки стоят там, на ночь маринуют. Я считаю, что это не должно быть. Ну, каждый по-разному, видишь? Каждый по-разному, да. Помидорчик сейчас тоже прям раздавим туда. Кислиночка пошла. Вот и все, вот так вот. Добруха вон ветки тягает, да, Добруха? Да, Добруха страх. Да, да, страх. Так, а где моя приправа? Вот она. Так, теперь берем приправку. Я ее прям всю туда высыпаю. Она мясо не испортит. Пап, лучок последний добери. Была чистая. Весь мусор мы вот в кучку складываем, потом сожжем. Может еще помидорчик туда? А ты сейчас томат же будешь добавлять? Да, да, точно. Ты помидор добавил, да. Чисто самый. Ну и вот кислый. Это вот томат, конечно, это Снежана Владимировна у нас добавляет. Я бы уже все, я бы вот так вот и оставил бы мариноваться. Ну, а я люблю кетчуп, либо томат добавить что? Туда. Ну, ладно. Чуть-чуть, да, хватит? Нет, еще. Все, 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 все. Теперь чуть-чуть еще приправки добавить. И соли, наверное. Это закрываем. Соль. Все, все, пап, харе. Так, комментатор, не комментируй. Я знаю, сколько и чего надо. Кто у тебя постоянно шашлыки жарит? Ты. Ну а в чем тогда вопрос? Харе, не харе. Разговорилась тут. Я уже хочу съесть прям так. Бревна таскаю. Молодец. Все. Какая прелесть получается. Сними поближе. Угу. Вот. Теперь мы это все накрываем и идем пока разводить, обустраивать костер. А это пусть пока там пару минут там или сколько там, полчаса помаринуется. Thank you.
Я вам сейчас расскажу одну историю. Мы приехали на шашлыки, а Снежана Владимировна забыла хлеб положить. И угадайте, куда она отправляется. Правильно, в Пятерочку ближайшую за хлебом. Да, Пятерочку. Нельзя жаловаться на маму. Сейчас, мама, быстро. Давай, давай. Так, пока Снежанка у нас катается за хлебом, тут ее до сих пор нет, я начну насаживать шампура, потому что угольки наши уже готовы. Надо было, конечно, решетку брать. Я в том году себе купил решетку для рыбалки. Я уже, кстати, с ней был на рыбалке. Кто смотрит за каналом, тот знает, видел, как Снежанка рыбу жарила на этой решетке. Но мы что-то за нее забыли. Взяли три шампура. Хотя мне больше удобнее на решетке, на природе. Так, по три кусочка будем жарить. Вот так вот. Оп. Вон на мама. Мама едет наша, да? Да. Вон и Снежанка рулит наша. Опа, вон. Ну чё ты, купила хлеба? На шапку. Идём. Надо притушить тут. Здесь. И вот, пап, вот этот чуть-чуть туда, а то на бревне лежит мясушка, вот этот вот. Угу. О, красота. Есть. Вот, видишь, как я быстро съездила и уже шашлыки. Так, ребята, чтобы не было огня, я вам расскажу один лайфхак. Надо посолить угли. Тогда не будет загораться этот самый. Блин, на мясо попало. Тогда не будет загораться от жира, вернее, жир на углях. На мясо, конечно, попало. Надо было, видите, вот там жир капает, но он не загорается, если посолить угольки. Так что пользуйтесь. Ребятки, шашлык готов. Одна партия, мы еще вторую зарядили. Это шедевр, пацаны. На природе. Пришла весна. Так что не сидите дома, выбирайтесь. Мы продолжаем жарить и кататься. Так, сегодня у нас за оператора Добруха. Так, забирает два штуки, я сейчас по одному буду снимать. Говорит, давай, пап, я буду снимать. Крепко, только держи камеру. Опа. Да ты туда-сюда ручками ее перебирает. Зай, ты на папу сейчас снимаешь. Вот сюда, на шашлыки снимай. Вниз просто опусти. Ну, это ты слишком подальше. Хитить, колотить. Наснимает тебя Добруня. Снимает, не снимает. Молодец, Добруха. Чуть-чуть вот сюда наклони камеру. У нас мясо кусок упал. Пусть снимает. Вот так вот, смотри. У нас мясо валится. Еще один. Тихо, папа, не надо. Тихо. Так, а где еще один шампур? Так, ребят, кухня наша закончилась. Мы пожарили весь шашлык, и сразу, пока мы не уходим, я собираю весь мусор, пакеты. Тут один пакетик просто и бумага. И мы все сжигаем. Пусть все горит, потом зальем костер, и только потом уже поедем домой. Так что за собой всегда убирайтесь, ребят. Все, ребят, смотрите, все убрали. Все чисто. Мусор весь сожгли. Я сейчас залью это все. Если воды не хватит, на пати еще набрать будет в речке.
Так что оставляем за собой чистоту и порядок. Да, сейчас пойду еще воды наберу. Возьму сейчас. We will never pick ourselves up and die.